В Одессе появилась новая схема вымогательства. Злоумышленники искусственно создают аварийную ситуацию на дороге, а затем требуют деньги на ремонт машины. Такая ситуация произошла в Одессе на днях. В полицию обратился мужчина, у которого на дороге потребовали 1600 долларов за причинение ущерба автомобилю. Вымогателем оказался 26-летний уроженец Азербайджана. Вы не знаете, пацаны, за что? Расписка нет, подождите, слушайте, люди. Проходите, пацаны. Пацаны, мы люди, мы давно здесь живем, у нас СБО, все друзья есть, все. Подождите, вы что? Злоумышленник стал угрожать физической расправой не только водителю, но и его жене с малолетним ребенком на руках. Затем он силой отобрал у своей жертвы водительское удостоверение и пообещал вернуться через 2 недели, чтобы забрать деньги. В назначенное время аферист явился, но узнав, что нужные ему суммы у мужчины нет, избил его и угрожал ножом. Встановлено, что злоумышленники раніше вже потрапляли в поле зору правоохоронців за скоєння розбойних нападів та грабежів. В даний час правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 189 «Вимагання Кримінального кодексу України». Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 7 років.